Юрий, скажите, а кому вольготно, комфортно, интересно на лазертаге? Для кого он создан? Создан он изначально для военных, но комфортно, интересно и гражданским. И сейчас в России, наверное, больше гражданским он интересен, и больше гражданские им занимаются, увлекаются. Тут никаких абсолютно ограничений по возрасту. По нашему опыту у нас игрок самый младший 5 лет, самому старшему игроку 73 года. Причем малыш, который самый младший, он откровенно выходит на взрослых 4 мужиков и побеждает. Причем объективно побеждает, ребята не поддаются, не видят его, ну вот так вот. А самый старший игрок, 73 года человеку, он бегает, играет так, что молодежи может дать фору. Иногда мы смотрим на него, говорим, ну как так, что такое? Ну, он говорит, ну я плаваю 2 раза в неделю, зарядку каждый день делаю. То есть человек, он как бы активен по жизни, и то, как он играет, какие он результаты показывает, оно лишь подтверждает это и заставляет задуматься нас о том, что нужно то же самое делать. Юрий, а есть ли люди, которым противопоказан лазертаг? Может быть, там болезни какие-то, заболевания, состояние организма, там, большой вес слишком или что-то еще? Вообще здесь все как в обычном занятии спортом, физкультуре. То есть если все это делать умеренно, то только польза. А если изнурять себя нагрузками, которые не нужны вам, и это уже идет не в удовольствие, то, соответственно, как бы это все вредит не только физически, но и, может быть, и морально. А так, во время игры мы изначально проводим первые несколько раундов такие пристрелочные для игроков. Они понимают, что как делается, как стреляется, а мы в это же время смотрим на их подготовку и в зависимости от этого уже принимаем решение, какие раунды, сценарии давать. То есть если мы видим, что люди, ну, откровенно говоря, не готовы сегодня каким-то суровым испытаниям, то мы им даем такую облегченную версию. А если мы видим, что ребята в такой форме, что их можно потерзать прям так серьезно, то, соответственно, мы их гоняем по полной. И у нас еще никто не уходил полон сил, если мы не хотим. И последний вопрос. Насколько сложно попасть на лазертаг? Что для этого нужно сделать? Попасть очень легко. Благо, сейчас и клубов много, но я, соответственно, рекомендую полигон 61. Ищем везде, в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбуке. Просто в поисковиках вбиваем полигон 61, лазертаг в Ростове. Находим нас, либо звоним по телефонам 906-429-38-2, 988-99-38-50. Записываемся, приходим, и все. Единственное, нужно понимать, что если вы хотите играть в выходные дни, то желательно уже в понедельник-вторник забронировать время интересное. Спасибо большое, успехов вам!